Почему команда зеленых должна быть на троне, а не черные? Мое имя на договоре аренды замка. Команда черных должна быть на троне, а не зеленые. Зеленые – узурпаторы. Черные – законные наследники. Король назвал их. Они просто лучше выглядят. Они лучше. Очевидно, что противные зеленые. Нужно стукнуть их головами вместе. Черные – порядочные. Мы как семья. Мы делаем все правильно. Мы больше любим друг друга. Необыкновенная семейная база у нас. Черные самые веселые. Мы больше друг с другом ладим. Они ненавидят друг друга. Ты не представляешь, что было сделано, чтобы посадить тебя на трон. Для Коула это вопрос верности. Он верен Элисон. Он хочет, что хочет она. Мне нечего сказать. Эймонд был обижен в детстве. Ему вырезали глаз. Он восстановился, у него сапфир в глазу. Они получат по заслугам. Я приму вызов моего дяди. Без шансов. Я за его головой. Насадлю ее на шип. У Рейниры и меня есть родословная. Мы чистокровные. Безумие на нашей стороне. У нас мощное военно-морское присутствие. Флот Валариан здорово. У нас великие драконы.